have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, нам говорит бригадир, что еще раз спасибо за помощь, за правку генератора, уже сообщил штаб-квартиру касательно нашей текущей ситуации. Я тебе больше скажу, они выделили дополнительный бюджет на оплату всей дополнительной биомассы, которую ты сможешь принести. Найди меня у генератора, я с тобой рассчитаюсь. Так, генератор, который ты собираешь, чем больше, тем лучше, ведь верно, не скажу, что я в этом сильно разбираюсь. Тут можно просто продать рыбу. Я как раз собирался плыть куда-то, чтобы ее продавать, а мне говорят, можно и здесь. Спасибо вам на этом. А, контейнер со странными останками прогнившей рыбы, покрытый... Хорошо, я тоже его пока что с собой возьму. С одной из нижних палуб поднимается фигура из тени, и из тени подзывает тебя к себе. Я смотрю, ты здесь в последнее время часто бываешь. Могу предложить тебе взаимовыгодный бизнес, если интересно. Заходи ко мне на черный рынок, но смотри, что без компании. Черный рынок. Есть кое-какие предметы, которые могут тебя заинтересовать. Это все то стандартное, что есть у всех остальных. То есть черный рынок, по сути, это обычный магазин здесь, да? Хорошо. В город. Давайте я в трюм на секундочку зайду. Что у меня здесь есть? У меня устройство для взятия образцов. Это мне пока не надо. Укрепленная удочка пока не надо. Океанские мангровые мелководные. Я бы, наверное, вместо полярных... костяной талисман бы поставил. Вот это вот на 3 поинта, оно как-то... Сейчас я могу все виды рыб ловить. Я не буду брать костяной талисман тогда пока что. Оно, конечно, скорость лова увеличивает и все дела. Но все же. Так, ну что ж, наверное, нужно будет немножечко поизбавляться от мусора у себя здесь. Отчаливаем пока что, идем в соли. Там, если что, у них переночуем, и нам нужно будет посмотреть... стоп, умение как мне? И. Улучшенный фонарь. Хорошо, это еще одно из заменений, которое мне добавили. Нужно будет... где мы? Возле хребта дьявола можно будет еще пособирать. Вот здесь вот немножечко. Короче, сейчас пойдем к стальному мысу. От него, если что, к соли. А там уже посмотрим. А я могу... Вот для чего укрепленная удочка. Это на самом деле печально, если мне придется каждый раз так делать. Я могу пойти на стальной мыс, переодеть удочку. Это пока не очень нравится склад, да? Это у нас дает прибрежные мелководные. Оно просто встает такое ни туда, ни сюда. Вот эти вот
Так, отчаливаем. Прибрежные и мелководные. Как раз, в принципе, то, что мне надо, с одной стороны. Каких-то головастиков ловим. Посмотрим, как оно... На корабль что-то пробралось, какая-то клякса. Какая-то капля противной слизи. Иди отсюда. О, вот такую штуку мне нужно было. Она какая-то мутированная. Так, вот это выкинуть. Не-не-не-не-не-не-не, даже не близко, чувак. Маленький двигатель отключил, это не проблема. Я перегрел случайно. До свидания, безумие. Безумно с твоей стороны было рассчитывать. Так, в крупных корпорациях иногда не проводят сканальную инвентаризацию, счастье для нас обоих. Так, значит, давай ремонт мне. Спасибо. Экзаменационный центр. Отдать образцы. Значит, ты вот эту фигню просил? И вот эту фигню просил, да? Может, я тебя обычного этого долгоносика отдам? А мутированного продам лучше, чтобы оно там не превратилось ни во что. Ну хорошо, два. Генератор. А. На. Все остальное на здоровье. Хорошо, спин тогда. Надо будет еще половить образцов. Там очень странная ловля на самом деле, потому что какая-то фигня на борт забирается и. Ну вы поняли. Так, не перегреваем двигло, главное. Так, нет, там просто рыба. Мне нужно теперь еще и материалы заново собирать. Такое у меня уже есть. Такое у меня уже тоже есть. Ага, значит, с той стороны. Привет, чувак. Я помню эту штуку, что там нужно быть достаточно безумным, чтобы общаться с... Нужны океанские. Океанского мне нету. Вот это мне нужно. Я не буду еще одного такого ловить. Мне в принципе хватит. Океанская удочка. Короче, мне нужно там кучу всего. Вот эти у меня тоже уже есть.
Блин. Иди отсюда. Тогда знаете что? Можно поехать выловить ящики вон там. Раз нужны ящики для сбора. И не туда плыву. Не вон туда надо. Блин, уже вечереет. Можно будет потом или возле древнего храма передохнуть, или что-то такое. Ну что, мне нужна океанская удочка. Надо будет хорошенько подфармить, прежде чем мы сможем. Давайте на соли отдохнем, потому что маяк нас лучше доведет и нам сюда просто ближе, банально. И потом мы сможем еще куда-то отправиться. Да-да-да. Ай. Больно. Это фантомные вот эти камни. Но мы починимся. Вроде деньги-то у нас есть. Главное, чтобы ничего за борт не вывалилось. Боже мой, ты... Как выжатый лимон. Ты же... Понимаешь, как важен сон, правда? Я всегда говорю, что хорошая работа важна, для хорошей работы важны регулярные перерывы. Это, по-моему, туториал, если бы я только начинал игру. Так, блин, я их каждый раз путаю. Значит, мастер. Починка. Рыбный рынок. Продал эту чертову рыбу, хотя я не хотел этого... твою. Отдыхать. Теперь мне опять в эту лужу надо будет ехать. Нет, только... Не то. Вот эту херню мне надо было поймать. Так. Можно отправиться вот сюда. Там выловить немножечко. Сейчас сделаем небольшой тур. По... Блин, с другой стороны у нас рыба на борту, которую надо отдать. Черт. Не хочу. Пойдемте тогда обратно на вышку. Я не могу сейчас от нее далеко отходить. И за... Будем так, по мере поступления потихонечку. Я не могу сейчас сделать тур по всей карте, чтобы собрать все эти ящики. Вон туда нам надо, поехали.
Ну, то есть я просто люблю делать сразу же несколько заданий одновременно, когда есть такая возможность, вон вышка. Но в этот раз приходится их делать по чуть-чуть, потому что все-таки день короток и не успеваешь все это сделать. К тому же плюс рыба пропадает. Лед я с собой не брал, потому что я не знаю, как-то без него пока нормально обходимся. Хотя, возможно, надо подумать о том, чтобы его использовать. И мне нужна океанская удочка, вот эта упрочненная. Сейчас мы попробуем пару вещей скрафтить себе. Так, во-первых, экспериментальный центр, на тебе долгоносика этого. Еще вот это вот морской огурец. А, он краб! Нет, Лова, только краб. Надо вспомнить, как крабов ловить, значит. Хорошо. С тобой все. Генератор мне продавать нечего. Фабрика. Ну, то есть мне нужно все здесь скрафтить, чтобы туда пошло, да? Значит, мне нужна не фабрика, мне нужна лаборатория. Подожди, компоненты исследования. А, здесь тоже это нужно? Я тебя понял, черный рынок, поехали. Наконец-то нам дали еще один повод компонентами исследования пользоваться. Так, создать. А тут надо два. Блин. И там один ящик еще нужно будет. Хорошо. Значит, сюда, в литейную. Нет, это мне как раз и не надо. Тогда мы можем поспать. Сплавать за материалами. Я могу один из таких ящиков потратить, я так понимаю, сейчас. Ну, посмотрим. Или, может, не стоит этого делать. Мне нужно отчалить. Во-первых, в поисках компонентов. Во-вторых, возможно, на черном рынке они восстановятся, и я смогу их купить. В-третьих, где там у нас было, возле стального мыса можно было вытащить материалы. Я думаю, нам стоит это сделать. Кстати, ребят, места расстояния, отмечаю их на карте. Хорошо. Например, здесь парусник. Их отмечать на карте удобно? Удобно, ничего не скажешь. Хорошо. Давайте тут еще в обломках покопаемся. Раз уж нам дарят просто ящичек здесь поблизости. Вот это хрень, блин. Тут можно парусину повылавливать. Кроме парусины, иногда тут тоже можно детальку достать. Ну, в таких вот местах, насколько я помню. Так, тут все. А ну они решили это освежить, потому что ты в начале игры вылавливаешь себе материалы. Их надо прям много. Ты делаешь все, что тебе надо. И потом они больше на протяжении всей игры не нужны.
И даже в первом DLC, который добавили, сделали так, что теперь они, в принципе, нафиг не сдались. А здесь... они тебе говорят, покопай-ка для нас еще. Но это приятно, потому что они возвращаются не то чтобы к старым механикам, они их по-новому обыгрывают. И это приятно. Оно и одновременно и не скучно. А тут можно еще одну поймать. У меня уже места нету. К сожалению. Есть два поинта. Два поинта я уже никуда не дену. Надо вспомнить, как крабовые приманки кидать. Я же это на скорость нажимаю по привычке. 10 вечера, кстати. Там прям пора бы возвращаться уже. Я между сериями немножечко посмотрю, как вспомню, как бросаются крабовые эти, немножечко поэкспериментирую. Возможно, я немножечко схожу погриндить, я не уверен. Потому что мне кажется, что под запись вот такое количество металлов, парусин и ящиков искать, по-моему, это будет немножечко скучно. Вот, поэтому я, наверное, через день-два зайду, попробую что-нибудь сам. Так, поехали на черный рынок в первую очередь. Да. Пофиг, сколько они стоят, просто покупаем. И идем в техническую лабораторию, сделаем здесь апгрейд, ставим сюда ящичек. Все улучшенное. Есть! Все три базовые обилки. Ну вот и готово. А как мне вторую часть... фабрика. Улучшение. Так, хорошо. Укрепленная удочка, прибрежные мелководные. Прибрежные мелководные и океанские. Вот, вот это мне нужно. А что вот это темная капсула? Где мне ее взять-то? Гидравлическая лебедка. Укрепленный подъемник, океанские глубины. Вулкан. А как? Подожди. Там какие-то вещи нужны прям. Да, вот. На тебе рыбину вот эту. Держи, забирай. Как мне их улучшить тогда получается? Ну, я могу себе сделать ящик из вот этого. Это радует. То есть... это прикольно. И таких ящиков я могу себе наделать достаточно много. Я сюда даже могу вот так вот положить. Да. Хорошо. Материал туда уходит. Эти ящики есть. Укрепленное оборудование создать. Нужна гидравлическая, обычная гидравлическая лебедка, которая у меня есть. Ее просто укрепят, правильно? Правильно. Глубоководная лебедка мне нужна. Получается, вот это можно убрать будет. Океанские, мангровые. Я, по-моему, понял. Универсальная удочка. Укрепленная огнеупорная. Укрепленная катушка. Укрепленный подъемник. То есть мне нужна обычная глубоководная лебедка. Да, вот она сюда идет.
Ящик железной гавани, да. Получается, мне нужно узнать, что такое темная капсула. Хорошо, я вас понял. Идем тогда втрем. Сложим ящики. Насколько это возможно будет. Угу. Угу. Наживку сюда. Флаг с морским змеем пока потаскаю. Все вот эти вот мелочи пока потаскаю. Детальку можно положить вот сюда. Хорошо. Хорошо. То есть получается, мне нужно... Моя удочка плюс... Ящик плюс какая-то капсула. В общем, я так понимаю, что лучше тогда сделать сейчас квест с доктором, поймать этого огурца. И потом уже можно будет продолжить. Что мне сейчас вообще, в принципе, по квестам висит? О, кстати, вот эту штучку мы поймали точно. Назад. Поручение, вот. Собрать образцы, помочь рабочим, да, построить на платформе сооружение второго уровня. Это еще пока еще не знаю. Все, что мне нужно сделать, это вылавливать материалы и приносить их на платформу. На платформе можно построить сооружение, каждое из которых по своей видимости может оказаться мне полезным. Но инструмент, оборудование, возможно, да. Мне интересно, как... И к Юле ставит мне только здесь. И, а здесь не листает. Хотя тоже сказано. Ну, хорошо. Надо будет немножечко посмотреть, почитать. Мы спим сейчас до утра, потому что и так уже 11. Думаю, на этом тогда пока что будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, добра. Всем оладушек. Всем покеда.